Друзья, всем привет! Только что прошел эфир. Спасибо большое, кто присутствовал. Спасибо большое, кто еще раз посмотрел его. И кто в первый раз посмотрел. Мы дошли все-таки до таблички «Пляж». Интернет тут совсем завис и как бы все пропал. Но вот еще немножко буквально идти нужно было. А ты же сказала, что никакого моря. Да купаться, я сказала, имела в виду. Сегодня. Ты хочешь покупаться? Да я нет. Я, ну да, все, ты меня неправильно понял. Так что вот, мы дошли до моря. Напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня выйдет видео длинное, 39 минут, и я думаю сделать там это премьерой. Вот. Было бы кому-нибудь интересно сделать премьеры, чтобы в чате пообщаться и вот насущные какие-то вопросы, которые сейчас... О, смотрите, кстати, какая красота. Вообще красиво. Которые вот сейчас у нас новости, вот потому что видео выходит не день в день и даже не через день, потому что у меня уже есть запланированные... Нет, тут не зайти, тут коридор. Мы дошли, мы это сделали. Только как до него добраться, я не знаю, тут все закрыто. Так что вот, напишите, пожалуйста, в комментариях. Было бы интересно, если бы я длинное видео сделала премьерой. И с вами бы в чате пообщалась. Но предупреждаю, видео 39 минут. В этом видео будет рассказываться, какие процедуры нам назначились. И что мы прошли. И еще будет рассказываться одна печальная новость по поводу жилья Демы и Саши. Вот. Но об этом вы все узнаете... 20, не скажу какого числа, могу написать в описании, какого числа премьера будет. Спойлера вот. Не спойлера не будет, да. Мы дошли, мы это сделали, друзья. Поздравляю вас. Ой, и нас. И сердечко, да. Так что вот, еще раз понаслаждайтесь красивым закатом на море, на берегу моря. Очень красиво. Вообще просто класс. Класс, да. Вот, видео выйдет уже сегодня, то бишь, сегодня какое, 28 июня. Потому что вот у меня вопросик. Как вам, если сделать премьеру? А вот как раз, наверное, пляж как раз и есть этот. Нет, это пляж, понятно. Как он называется-то? А будет завтра процедура? Да, не будет каждый день, кроме субботы и воскресенья. Вот, там даже купающиеся есть, представляете? Ой, как общий пляж, можно его так? Вот и, кстати, да, вот мы сегодня днем были, очень волны прям били, как это, да. А сейчас вообще тишь да гладь, по сравнению с какие днем были. Не заходи ты в носках. Вот оно, морюшка. Класс. Что тут кафешки, кстати, есть, но они все позакрывались. Мама, там Демик. Еще раз на закат. Будет по колено, а она не прозрачная. Привет. Даня. Привет. Мам, на закате. Что там? Я уже показала море, я сняла. Ну, идем, а там привет тоже. В общем, на фоне сегодняшнего видео. Всем счастливо, всем удачи, всем добра и позитива. Всем пока-пока. Пока-пока.